Авиабилеты для казахстанцев могут стать дешевле. Со следующего года на казахстанский авиарынок зайдут иностранные лоукостеры. Об этом сегодня в кулуарах Сената заявил министр индустрии и инфраструктурного развития. По словам Ускенбаева, международные лоукостеры будут летать транзитом через нашу территорию. Ну, а пока казахстанцы ждут снижения цен, отечественные авиакомпании наращивают свою прибыль. По данным Бюро нацстатистики, их доходы за год выросли почти на 40%. Причиной улучшения этого показателя послужили два фактора – высокий спрос и рост цен. По официальным данным, стоимость авиабилетов за год выросла почти на 17%. В рамках открытого неба мы будем разрешать, чтобы они, например, прилетели откуда-то и улетели, например, или в Турцию, или в Европу, или еще куда-нибудь. Поэтому там билеты будут, мы планируем, гораздо дешевле, потому что это лоукостеры. Это когда планируется? С какого года? С следующего года. То есть они транзитом смогут забирать в ту же Турцию, отвозить в Казахстан? Да. Они так и планируют. Они планируют с Азии прилетать, забирать, условно говоря, в Европу или в Турцию. Ну, тогда и наши компании, ну, там понятно, что сервис услуг будет другой. Каирбек Ускенбаев ответил и на уточняющий вопрос от Атамекен Бизнес. Ранее в российских СМИ сообщали о предложении российской железной дороги снизить стоимость перевозки по территории Казахстана. Насколько, не уточнялось, Ускенбаев ответил. РЖД просят снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома, в том числе и зерна, до 40%. Такая инициатива прозвучала еще в сентябре.